Харцерская полевая почта, организованная 4 августа 1944 года Харцерской организацией под названием «Зоуизді Зарічзирєва» во время Варшавского восстания 1944 года. История. Харцерскую полевую почту основал 2 августа 1944 года вожатый харцеров Казиміш Гренда. Первые дни действия Харцерской полевой почты было ограничено территорией дельницы Срудмісця Полудня. 4 августа начальник Харцерского штаба подпоручик Харцмистер Станислав Броневский издал указ об организации Харцерской полевой почты для всей территории восставшей Варшавы. Главное управление Харцерской полевой почты находилось на улице Свинтокшиской, дом 28. Начальником полевой почты был назначен подпоручик Пшмислав Гурецкий, который в рамках подготовки к восстанию заранее изучил топографию Варшавы. Кроме главного управления, действовали почтовые отделения в различных местах Варшавы. Отделение номер 1 на улице Шпитальной, отделение номер 2 на площади Наполеона, отделение номер 3 на улице Акульник, отделение номер 4 на улице Черняковской, отделение номер 5 на улице Красицкого, отделение номер 6 на улице Вильчи и отделение номер 7 на улице Железной. Почтальоны полевой почты были в своем большинстве подростками, многие из них погибли во время своей деятельности. Почтовые ящики были расположены в 40 местах города. Почтовые отправления были бесплатны, отправлялись в открытом виде, ограничивались максимально 25 словами и первоначально подвергались цензуре. Количество ежедневных почтовых отправлений колебалось от 3 до 600 единиц и достигло своего максимума 13 августа, когда было отправлено и доставлено около 10 тысяч письменных сообщений. Полевая почта использовала 10 штемпелей с харцерской символикой и надписью «Польск» под Стахарсьорска. В сентябре 1944 года Харцерская полевая почта вместе со всеми почтальонами была включена в состав армии Краевой, и с этого времени надпись на штемпеле «Подстахарсьорска» была заменена на надпись «Подстополова». В это же время были выпущены почтовые марки полевой почты пяти цветов для обозначения пяти дельниц Варшавы. Деятельность Харцерской полевой почты прекратилась 3 октября 1944 года, когда Варшавское восстание было подавлено. Во время 63 дней действия Харцерской полевой почты было отправлено и доставлено около 200 тысяч почтовых отправлений.